В связи с эпидемиологической обстановкой многие проекты в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии были перенесены на более поздние сроки, так как в сложившейся ситуации творческое сообщество приняло решение не проводить массовых мероприятий. Однако художники, как и представители других творческих профессий, в период пандемии переживают не самые простые времена. И именно с целью поддержать беспрерывный творческий процесс мастеров кисти организована экспозиция «Летняя галерея». Это культурно-образовательные программы, это дискуссии, это встречи. Мы ушли от этих форматов, мы понимаем все, что происходит в нашей стране, в какой сложной ситуации мы оказались все вызваны такой вот эпидемиологической обстановкой. Но мы в то же время понимаем, что эта ситуация может продлиться очень надолго. И посоветовавшись, пообщавшись с нашими коллегами, с художниками, мы подумали о том, что мы не будем проводить выставку, но мы сделаем экспозицию работ абхазских художников. И вот в режиме такой открытой галереи, когда любой желающий может посетить ее, мы специально разработали режим посещения зала, может посмотреть. Сам этот проект, если можно его назвать проектом, это, конечно, такая вот, наверное, поддержка этого вот такого вот творческого процесса, в котором художник в любом случае находится и во время пандемии, и после нее. И вы видите, здесь вот половина работ, представлена на этой экспозиции, они новые, даже больше. Я думаю, более 70% представлен на этой экспозиции, они новые. Она будет обновляться. И, на мой взгляд, даже вот в таком очень узком формате, да, работа этой экспозиции, она окажет все-таки такое вот благотворное влияние. В живопись, графику, скульптуру, декоративно-прикладное искусство. Желающие смогут ознакомиться с экспозицией в соответствии с режимом и правилами посещения. Работает смотритель в зале, у него есть эта инструкция, запускать не более 5 человек. Вы видите, зал у нас здесь 180 квадратных метров в одном зале. При входе у нас есть маски, есть санитайзеры для тех, кто забыл. И мы не принимаем никакие организованные группы, только единичные посетители в масках могут прийти, посмотреть и уйти. Вот в таком вот режиме. Как отмечает Эльвира Арсалия, творчество в тяжелое и психологически, и физически время несет с собой в том числе терапевтическую функцию. Благотворное влияние никто не отменял. У нас вчера были посетители. Мало очень, очень мало, но приходят с пониманием. Я вот вчера не встретила ни одного человека, который сказал, что кто-то вот пришел, не одел маску, забыл, да, но сказали одел, есть понимание. И поэтому вот я вчера наблюдала, люди смотрят, приходят, потому что это время больших человеческих переживаний, а художники очень хорошо чувствуют время. Они и их работы, и их произведения, они могут здесь играть какую-то очень такую хорошую терапевтическую функцию. Поэтому я думаю, что здесь абсолютно, как и художникам, так и зрителям, эта ситуация она необходима. Работы, представленные в экспозиции, доступны к приобретению. Летняя галерея продлится до 1 сентября. Элеонора Гилоян, Раму Камкия, Абаза ТВ.